В самом конце улицы Урицкого, уже когда она заканчивается и приближается к парку, на самом деле тут дальше сквозняком пойдет улица Полонского, но она будет после оврага, это будет уже другая улица. Месте, где вот находится такое довольно знаменитое здание, летнее здание дворянского собрания, я его сейчас дальше покажу. Здесь вот такое интересное здание в модерновом стиле, самый узкий дом. Он действительно узкий, шириной всего 4 метра, вот буквально в одно окно. Люди ездят по всяким заграницам, ищут узкие дома, а его искать не надо, вот он есть в Рязани. На самом деле тут получилось следующее, это, скажем так, остаток от большого дома, вот то, что построили вот здесь в советские времена. Дело в том, что вот этот дом был на самом деле большой, но вот кирпичный был только вот этот кусок, а все остальное было деревянное, это было реально училище. Ну, потом... До революции еще это дело было. Потом революция случилась, все поменялось. Дом поменял хозяев, разумеется. В результате деревянная постройка пришла в негодность. Деревянную постройку в конце концов снесли. Вот построили вот это вот здание тоже 50-е годы. А то, что было кирпичное, это осталось. И вот до сих пор стоит. Раньше это одно время был магазин, потом отдали под жилое здание, вот в таком вот виде. Вон даже деревья прорастают наверху. Это существует до сих пор. Конечно, тут перестраивали, если вот туда подойти поближе. Мы сейчас туда наглым образом дорогу перейдем и подойдем. Посмотрим все это дело. Проберемся, посмотрим на состояние. То можно увидеть, что в свое время, когда это была эта архитектура модерна, начало 20 века, вот видите, здесь была круглая кладка, то есть здесь был круглый проем такой, даже не круглый, а вот, и, видимо, здесь двери были в форме как бы ключа замочной скважины, такой типичный модерновый стиль. Вот здесь это было. Ну, потом вот все это переиграли, здесь все заложили благополучно, и вот сейчас это выглядит вот так. Но вот дом шириной всего буквально 4 метра. То есть такое окно, и здесь до сих пор живут. Вот такая вот история. А мы идем дальше. Мы идем дальше и подходим к летнему зданию дворянского собрания. Очень красивым, построенным тоже в начале 20 века. Полностью деревянному, с красивой резьбой. Здесь летом собиралось... Дворянское собрание, город Рязань. Интересно, что здесь был сад трезвости, танцы устраивали и так далее. Интересно, что сейчас этот парк, который разбивался как сад трезвости, второй зовут Яном. Вот так вот все поменялось. Сад трезвости превратился в пьяный парк. Одно время там с другой стороны этого здания были... Да, собственно, и есть амфитеатр. Ну, там любила, скажем так, в 90-е годы собираться молодежь. Вот тогда он и стал пьяным парком. Вот, посмотрите, какое красивое здание. С очень красивой резьбой, полностью сохранилось. Состояние, конечно, не очень. Подкрасить бы не мешало. Но, тем не менее, вот эта вот вся резьба вот начала 20 века. Вот очень такой красивый домик, напоминающий... какой-то, даже не знаю, торт, что ли. Конечно, состояние не очень хорошее, не везде все хорошо, но было такое здание. Интересно, что значит, у нас было и обычное здание дворянского собрания, оно дальше по улице Астраханской, Ленина, а вот здесь вот собирались летом, потому что сад, здесь вот овраг, красиво, тепло, приятно, прохладно. Вот такой был домик.